Мы, Викулечки, подготовили сюрприз. Сегодня нашей доченьке исполняется 3 годика. Вот мы проснулись и идем смотреть сюрприз, да? Да! Пойдем. Ты готова? Закрывай глазки. Закрывай глазки и не открывай. Ладно? А я тебе скажу. Закрывай, закрывай, закрывай глазки. Не подглядывай, дочь. Смотрит. Ну что? Раз, два, три. С днем рождения! С днем рождения, доченька, с днем рождения! Смотри, какая красота! Смотри, сколько шариков для Викули. Желтые, еще какие шарики. Ты в шоке? Тебе нравится, доча? А это что такое? Это подарок тебе от нас с папой, да? А можно сейчас сомнуть? Конечно, можно. Но только надо сказать. Угу. Тебе понравился подарок от нас? Да. А это что-то там лежит. А там будем сейчас доставать, смотреть, что там лежит. Да. Да. Загадывай желание, доченька, и задувай свечку. Вот, задула. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! В общем, мы продолжаем отмечать день рождения Викули. Родственниками в первой половине дня посидели, отметили дома, бабушки все поздравили, а теперь едем отмечать уже самостоятельно. Немножко другой был план на этот день, но получилось так, как получилось. В общем, сейчас едем в кафешку посидеть и на аттракционах покататься, колесо обозрения. Ну, в общем, будем развлекать ребенка дальше. Так что возьму вас с собой и буду вам все показывать. Приехали на колесо обозрения, которое находится рядом с Тырка Горки, для тех, кто в Челябинске. Сходили там, поели в кафешку быстренько, на фудкорт уже не стало снимать. И сейчас будем на колесе кататься. Мы вот на этом колесе еще ни разу не катались. Катались, который у Мегаполиса. Посмотрим теперь, как тут. Высота 50 метров. Коля у нас залезла вон в такую штучку для деток. Где она там? На колесе обозрения перерыв. И мы решили тут полазить. Вон она лазит. Ой. Все, деловая пошла. Вот она, Булочка, прыгает. Ну все, поехали наверх. Смотри, уже мы высоко относительно. Высоко. О, а ты там колесо крутится. Да, колесо крутится. Колесо обезвреживает. Да, смотри. О. Высоко уже? А там папина машина. Да, точно. Папина машина. Это моя верхняя, а папина машина. Да. Это моя тут стоит, чтобы она здесь жила. Я кидаться в окно, хватит папины машины. Не давится. Здорово. А Вике нравится? Да. Деревья там, а видишь, как высоко? Мы туда поняли. Мы снизу вверх. Почему? Что почему? Смотри, Восток. Давно. Высоко, да? Высокие люди внизу маленькие. Да? Такие. Да?
человечки маленькие ходят? Идем туда. Куда? Да. Вот тут. Ну сейчас прокатимся. Ты же хотел на катать на подвине кататься? Вот смотри, какая красота. А почему вот так вот получился? Поднимаемся потихоньку наверх. Выше и выше. Скоро будем на самом верху. И будет. Но выше небоскребов никак не поднимемся. Но. А почему? Поэтому будем смотреть в другую сторону. А почему? Что почему? Я хочу вверх подняться. Так мы поднимаемся, поднимаемся наверх. А. Да он даже гору какую-то видно. Где? Ну. Я и вижу. Дымок вон видно. Из труб. Где я вижу? Нигде. А, здесь? Тут такой район, такие низкие какие-то дома, склады. Но. Там вот более интересно. Ну там промзона. А тут высокие дома. Поезд, он едет. Там железная дорога, вот мы проезжаем, мы тут вот эти железные дороги, мимо вот этих стрелков я снимала. Там шлакоотвалы какие-то видно. Где? Я вижу, пап. Да, вон там горы такие. А я тоже хочу. О, мы на самой верхушке. Ну. Да, смотри, как высоко. Я на самой верхушке. Ну все, вот мы на самом-самом верхушке. На самом-самом верху. Мама, хочу туда спуститься. Ну все, сейчас будем уже вниз спускаться. Все уже. Подходит к концу круг. Решила на один круг. Потому что Вике будет не особо интересно два круга. На два круга стоит на 100 рублей дороже. В общем, один круг 290 рублей со взрослого человека. А я вижу вот тут. Вон он, вон там. А два круга 390 рублей. Со взрослого человека. Вики бесплатно до 5 лет, дети бесплатно. Имени Вики бесплатно. Вот. Я спросила, что есть на держание скидки. Именинник катится бесплатно, она и так. И так бесплатно. Хоть именинников нет. Да, ну все, спускаемся вон. Вот тут немножко там. Мы же прям сейчас не можем выйти. Слезы. Слезы? Нам на день рождения Викули подарили вот такой дом. Бабушка подарила. Просто огромный. 135 сантиметров в высоту. И что-то 85 на 70, что ли, его габариты. Почему его хочу снять, как он есть? Потому что Викуля хочет его сейчас раскрасить. А как она это делает у нас? Это что-то с чем-то. Так что пока он такой чистенький, красивенький, снимаю дом. Всем большой привет, друзья. В общем, мы продолжаем праздновать день рождения. 14 числа у нас все пошло немножко не по плану. Мои племянницы любимые заболели. Викуля их ждала больше всего. Мы должны были с ними пойти в игровую комнату, но не получилось. Сегодня у нас уже 17 августа. Они поправились, и мы идем все вместе гулять в игровую комнату. Так что беру вас с собой. Продолжаем отмечать Викулин день рождения. Вот у нас есть сам. Есть сам. Есть яблочко. Можно с миндалем. С миндалем? Хорошо. Мы пришли в ресторан. Шеф-повар Ася Сергеевна готовит нам блюда вкусные. Мы ждем.
такая вот игровая комната, называется Play в фокусе. Небольшой обзор сняла. Там горка. Есть тут карусель. Викуля что-то строит. Да, доча? Всем привет, друзья, еще раз. В общем, видео получилось таким сумбурным. Мы отмечали Викулин день рождения 3 дня. Первый день были дома с родственниками. Был план на этот день такой, что мы с утра пойдем с Викой и с моими племянницами в игровую комнату, они там поиграют, а потом пойдем домой кушать вкусняшки, там салатики она готовила, горячие, задувать свечку на торте, дарить подарки, но все получилось не так. Так как я уже говорила, что заболели племянницы, и мы, в общем, переделали план наш. С утра пришли родственники, все поздравили Вику. Я особо это уже не снимала, но как бы родственников снимать без их желания я не хочу. Друзья, кстати, кому понравился наш торт, был он, кстати, очень-очень вкусным. Шоколадный, там, с бананом, с воздушными такими рисовыми шариками, кремом чиз. Очень вкусный тортик. Нам его делала Таня. Это наша, можно сказать, родственница. Ссылку на нее оставлю в описании к этому видео. Кто из Челябинска, заказывайте, вы не пожалеете. Она делается очень красиво и по-настоящему вкусно. Все из натуральных ингредиентов, натуральных продуктов, конечно, с покупными тортиками не сравнить. Ну так вот, значит, все отметили мы дома. И вторая половина дня у нас была свободна. Что мы решили делать? Мы решили вот поехать на колесо обозрения. В общем, там Викуля поиграла там на батутах, попрыгала. Хотели в парк пойти, но Вика выбрала батут. Она там, не знаю, больше часа она на нем скакала. Потом на следующий день мы поехали в деревню к Лёше. Тут в Челябинской области. Там жарили шашлыки. В общем, на денек съездили. Это я уже не снимала. И на третий день мы с моим племянницем все-таки выбрались в игровую комнату. И там потом еще в ресторане посидела. И потом еще в ресторане посидели. В общем, день рождения удался. Первый раз мы так бурно празднуем день рождения Викули. Мы наши дни рождения так никогда не праздновали. Да, доченька, еще будет день рождения на следующий год. Так что вот так вот Викуле исполнилось 3 годика. Какие-то отрывки засняла. Надеюсь, вам интересно было посмотреть. Но я, наверное, буду заканчивать на этом наше видео. Увидимся уже с вами в следующем ролике. Наши домашние будни. Чем будем заниматься, будем с вами делиться. Так что, как всегда, жду вас в комментариях. Всем пока-пока. До скорых встреч. Викуля там качается. У нас, кстати, на улице похолодало. Было тепло и жарко вчера. А сегодня 15 градусов. А ночью у нас вообще до 6 падает температура. Мы одеты по-осеннему. Надеюсь, что жара еще в Челябинск вернется. Все-таки еще середина августа, хочется тепла. Ну ладненько. Всем пока-пока.